Притос Амигос, вторая серия игры Firewatch. Первая серия зашла очень годно, но во многом, наверное, благодаря своему названию, в смысле гениальному маркетингу, то есть в моем исполнении, я хотел сказать, конечно же. Ну, посмотрим, может сейчас еще жопу голую покажу, так я еще одной серии выстрелю в вечность. Старая древняя печь. Что делать-то надо сейчас? Читать, приблизить. Заебись. Меню просто бог делал. Колдмен. Я уже думал, Скалгейт. Думаю, ни хрена у них зубную пасту ведрами уже продают. Фото с Джулией. Это главный герой такой? Бля, ну главный герой точно Папай Маяк. А тёлку вообще не видно. Охуенное фото с Джулией, блядь, на память. Чувак, так нехорошо даже с бывшими ты должен поставить. Нет, чувак, о. Нет, чувак, это же фотка бывшей в конце концов. Ты должен во имя всего хорошего, что между вами было, уважать ее и хранить ее фото в самом отличном месте, я считаю. Вот. Все-таки, типа, вы там любили друг друга и вся хуйня же, ну. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Они заигрывают, блять, они заигрывают. Вы можете говорить, что хотите, но я-то знаю, что он уже думает о том, как бы ей. Обнаружитель огня, блядь. Да это похоже больше на приблуду для гадания, ебать. В чем, сука, задача сейчас моя стоит? Объясните мне кто-нибудь, что, блядь. Происходит-то, ебать. В чем квест-то? Как задание-то посмотреть? Проверить линию связи. А, линию связи проверить, точно. Так, а я где? Где, сука, я на этой карте? А, туда, вон, где. Точно, где пещерка же. Епта, Анатолий, а я сюда пришел. Я же забыл, что в этой игре потрясающе интересные квесты, просто лучшие за всю историю игр. Вы все говорите, какая игра лучшая, там, Dragon Age, там, Silent Hill. Вот, блять, все говно, вот, заебись. Тамада, заебись, и конкурсы интересные. Так, я где вообще? Ну, слоны идут на север, да? Все, я иду все верно, значит, убираем это говно. И бодренькой трусой проверять линию электропередач. Пробел спрыгнуть. А, так не спрыгнуть, да? Морячок-то опытный, скалолаз. Слушайте, я думаю, что может эту ходьбу вырезать к хуям собачьим, кому она нужна? Я думаю, тут всем интересно только, чем эта игра кончится, но всяко не... Подожди, что? Дерево упало. Я тут недавно вспоминал уроки литературы и эти охуенные стихи, типа «Лошадь упала! Упала лошадь!» Так и хотел сказать. Автору набить ебало. Ебало набить. Набить ебало. Сука, такая хуйня, блядь. Лошадь упала. Упала лошадь. Лошадь встала. Ржанула, пошла, блядь. Ебаный ты насрал, блядь. Я думаю, что если бы этот автор родился чуть попозже, он бы писал тексты для Тимати. Мне кажется, это рэп какой-то, блядь. Засекреченный. Вот, а таких классных авторов, как Арлуша, мы, естественно, в школе не проходим, блядь. Мы проходим всякую хуйню, блок там, блядь, еще конфета там, не знаю. Типа там, подарили мне на день рождения надувную Ксению Собчак, это что, блядь, не стихи, что ли? Я считаю, охрененные стихи. На ее резиновом ебальнике умные какие-то там глаза, сразу видно, сделано не валенком. Главное, Ксения Собчак сама эти стихи прочитала, настолько ей понравилось. Ну что, закрыто, мне куда надо-то, ёб твою мать, блядь.
Она сказала пройти всю пещеру и дальше двигаться на север. Все туда, понятно. Было бы неплохо сообщить о тумане, нахуй ей туман-то. Сейчас я приду погрею тебя своей промежной королевой. У меня там столько меха, блядь. Ой, блядь. Look, I'm sorry. Can you hold that? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. О чем она говорит? No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? Вы в Америке, живете, прежде чем клеить ее по рации, узнай, черная она или белая. That would be my wife, Julia. Oh, like your wife, or like she's taken half my stuff, wife. My wife. Она жена или она забрала? Забрала половину имущества жена. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Это мне напоминает Бэтмена, где надо обо всякой хуйне звонить Альфреду. Здесь по всякому поводу надо пиздеть по рации. Я вижу столб. Прикинь. Ёбаный в рот, во что я? Вышка. Торофер. Торофер, блин, чё-то слова какие-то нахуй. Терафер, ёпта. Терафер мне в рот? Что это происходит? Да, сука, работа у него просто, я бы нахрен вообще, блядь. Бывает же дерьмо моя работа в жизни. А, вон разрыв, я вижу. Отсюда не сообщить? Не, в принципе, работа заебись. Ты ничего не делаешь, ты гуляешь, но ты, сука, тут вообще один. Вообще один. Но если взять с собой чемодан говна и бульбулятор, я уверен, это будет охуенная работа, но что-то не похоже, что у него что-то такое есть. Что он тут делает, блядь, реально? Hey, so there are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch down at that campsite yesterday. Coincidence, maybe? I don't think so. Same brand, everything. These fucking kids. Голые тёлки вернулись. How could these girls be so stupid? Trust me, I never underestimate the stupidity of a drunk teenager. Also, I never underestimate the balls of a drunk young woman, having been one. Походу, она по синьке не одну сотню членов пересосала, раз так... Чё, про свой, блядь, пиздатый высокий прыжок ей не надо уже, да, говорить? Прикольно нажать на рацию и сказать, слушай, это, как там тебя, Делайла, я тут под камушком такую кучу навалил. Жаль, у нас не смартфоны, я бы тебя сфоткал. Посмотрим, что она ответит. So the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. И как они туда залезли, интересно? This is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God
God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. Трусы, смотрите. And then what? I haven't thought that far ahead. Иди в ад. That's not true. Everything that comes to mind is... Трусы на очень большую жопу, хочу заметить. Oh, yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Пиво «Красный орел». Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. Тёлки такие тупые, что всю дорогу без конца ебашили пиво и бросали банки на каждом ходу, что ли? Ну-ка, подождите, блядь. Каждая баночка — это 0,33 пиваса, да? Их две. И это пиво. Там, значит, было две банки. Это 0,6. Три банки округляем литр. Литр 33, блядь. Сейчас. Литр 6. 2 литра. Пиво уже. Они уже засать должны были всю долину. 2,3, 2,6. Наконец-то я походу их нашел. Музыка какая-то заиграла. Надо, блядь, было высмотреть, короче, столбик дыма и идти на дым. Но я не стал записывать, как я туда иду, потому что, блядь, это атмосферность. И виды, они здесь нахуй никому, мне кажется, не нужны, да? Потому что, ну, ничего интересного абсолютно нету здесь. Графику и получше видали. Если бы они выкатили графику хотя бы уровня Итана Картера, блин. Может, был бы базар насчет видов там и всего прочего. Но они ничего такого не сделали. Графика здесь а-ля Life is Strange, поэтому любоваться на нее смысла нету. Где дым-то, блядь? Вон. Сучки две, я их выебу сейчас нахер, объех. Что за квест, блядь, второй раз с этими овцами? А если бы я с ним по-хорошему, этого квеста бы не было, что? Если бы я их мафом в воду не кинул, что было бы интересно? Да я не думаю, что есть какие-то разветвления прям такие охуенные. Думаю, было бы то же самое на самом деле. Наверное, с ним по-хорошему просто нельзя. Блядь, как туда пройти-то, ёб твою мать? Ебучие Бермуды, господи, блядь. Ой, бля. Чё, честь чего? Хоть музыка-то играла, блядь. Чё-то подринькало там на своем банджо и все. А я в прошлый раз тут ёбнулся, по-моему. Я, походу, поспешил запись включить. Да, за время того, что я запись останавливаю, были какие-то разговоры там. Что ты будешь делать после того, как закончится сезон пожаров, там, вернешься к жене или нет, блядь. Вот это вся хуйня. Что тут дымно, по-моему, стало, нет? Где дым-то, блядь? Сука, я в очке в каком-то, просто, блядь. Анальные бермуды, сука, твою мать. А это что? Пропавшие? Тридцать один год. Кто это такой? Митч Майклс. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. A thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut. Ну я ее по любому поводу вызываю, заебал, наверное, ее до смерти уже. And then there are those who just want to be left alone. He was
Все, заткнись. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map... Ой, блядь, заебало мёртвого. Я нахуй не вижу дыма никакого. Ой, водопад, алё, приём, блядь, охуенно, правда? Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Блять, игра просто нахуй тысячелетия, блять. Я пиздец вообще. Два часа, блять, а вот он, ёбаный костер. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. Ah, found my sheets! So they did break into your tower. Looks like... These girls have a full case of beer left here, a full case. От кого-то не убегали, что ли? Impressive little shits, I guess. That is some dedication. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's another one of those magazines. Что, ему белье не нужно, что ли? Your tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? Две тёлки пошли в туристический поход с палатками, блядь. Костром, чё, такое бывает, что ли? Бред какой-то. At this stage, take whatever you want. Порванная одежда. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Дорогой псих, надеюсь, ты, блядь, счастлив. Мы ушли, и что-то, блядь, как прочитать-то? А, Q читать. Дорогой псих, надеюсь, что ты доволен. Мы уходим и обратимся в полицию или куда-нибудь еще и скажем им, как ты напугал нас на озере, а потом пришел и разрушил наш лагерь, испортил все наши вещи. О! А воровать трусы просто отвратительно. Ты наверняка сраный маньяк-убийца, а точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, те фейерверки того стоили. Хрен. Сообщить или сообщить? No, well, hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. Жуткий приход от грибов. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Все? Найти внизу доски для ремонта окна. Сука, начинается, блять, Майнкрафт. Окно отремонтировать, потом, блядь, не знаю, забор построить, что говно какое-нибудь. Hey, Henry? Да хуль тебе надо-то? What do you look like? Ну я такой секси, короче, охуенный. Because I'm horribly superficial.
I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5'0". Yeah, well, you can't win them all. Okay, метр с кепкой. Well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, а чем плохие шорты? Я летом постоянно в шорта на гоне. PC, or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Ёпта. Tuxedos, as often as possible. Смокинг таксидос переводится. Придется на доски сортир разобрать, больше нечем заделывать. It is the peak of high society. Good to know, Dale, yes. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Бородатый страшный хер. I know it's not easy. Well, I have a thin mustache, real thin mustache. I got a long scar, goes down across my eye and down my cheek. And you only wear tuxes. Yeah. Are you a freaking Bond villain? I get up to some stuff, yeah. I don't think you're taking this very seriously. I want to know about your eyes. Get out of here. Ну у меня, блядь, два серых, а одно шоколадное, это заебало. Is that okay? Что она сказала? I'm gonna do it regardless. Fine. Я что-то проебал. Она сказала, я пофапаю. They're steely. Блять, я случайно нажал. Like a Siberian husky. Sure. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Oh, and that window is all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh. Yeah. Охуительно весело. Let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Сидеть на этой... А интернет тут есть? Тут вармат погонять-то можно хоть ибо? У меня канал пропадает со стримами. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. О, день девятый. Заебись, перемотали. Блять, звук жранья вообще убивает. Драчу на закат. Отлично. I might never leave. Well, I come up with some bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Пиздец прилип. I didn't do anything to them. Except destroyed their stuff. Just their stereo. Don't get defensive. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Да, не надо, стоит сказать. I think it's worth mentioning something. А девка-то молодец, бля, своя в доску. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Нахуй. О, 15-й день.
Вот этот геймплей быстро пошел, а то, блядь, ходишь, что-то ищешь, нахер надо. Henry. Henry, wake up. Че, ночью-то? Надо тебе. Get out of bed and pick up the radio. Блядь, тебе что, совсем скучно там, что ли? What do you want? Что тебе нужно? Так нельзя телке отвечать. Джулия ответила. Hey, it's late. Она же Делайла. Его глючит, ебать его глючит. Или что происходит-то? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Но голос на 41 год нихуя не тянет. Okay, Jules. Походу, у главного героя крыша протекает. Sure. Bye, baby. Хуйня какая-то. Что происходит? Прошел месяц. Месяц, как я однорукий бандит. На вышке, блять, в лесу. Сапли джоп. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. Их берут все, а идут только я, что ли? А тёлки-то в натуре, наверное, через забор сиганули. Тонны марихуаны, да, эта сучка знает толк в этой работе, блядь, в отличие от тебя. Я об этом сразу подумал. У тебя приятный разговор. Блять, во сне. Да, в порядке, блять. У меня крыша есть. У меня shift просто глючит. No, you didn't. We all fuck up. Look, so a couple of months before I took this job, I Javier. I was with this guy, Javier. Ugh, he's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Waltz was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette. And for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied and told my sister he fucked our neighbor. Трахнул нашу соседку. I just lied about it for over 10 years. And, for some reason, I... Да завязывай ты, заткнись уже, блять. Все равно нихуя не понял. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. О, блять, все? Нет, мы не закончили. Мы закончили пиздеть, блядь. Давай еще теперь попиздим. Как круто-то. No kidding. Well, let me hike over. Давай я в него залезу. Вот так мне что, блядь, не сюда, что ли, ёб твою мать? Help, oh God, it's an emergency. Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes. Holy
Ну, сиди тогда теребонькой, блядь, пелемешку твои, блядь, проблемы. Так ничего, ебать, не сюда, что ли, надо было идти? Сука, я не туда свернул. Овца, блядь. Я-то думал, мы нравимся друг другу. А потом узнаешь, что ты во френд-зоне. А, вон припасы. В шкафу, блин, в каком-то. Кто их все приносит-то хоть? А чисто я, блядь, чужие возьму. Блядь, ну ладно. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Блядь, день 64-й. Еще месяц прошел. Нихуя не происходит. Схожу с ума, блядь, разговариваю с табуреткой. О, ебать, пожар. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. Могу добежать поссать на него. She doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Пожар кренделя. Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Пойду его нафоткаю. Мне ж фотик, блядь, зачем-то дали. So there's this creek down the hill. Залупсую фоткать, наверное, блядь. Это мой член на третий день. Приуныл, блядь. Это мой член на 64-й день. Где он, боже? Какую нахуй? О чем она, блядь, говорит? Какая в жопу бутылка? If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Are you looking at the fire? No, I'm not. You should. Let me know when you are. Тебе нахуй надо, это когда его. Рон, очень хочется, чтобы высшие силы не спасали нам не такие отстойные рации. Обычно я предпочитаю ручку и бумагу, но время от времени было бы хорошо пообщаться голосом. Моя сестра продолжает оставлять мне сообщения в главном офисе. Я не думаю, что она понимает, что я взялся за эту работу, чтобы не иметь дела с ней или мамой. Я сижу на месте, пытаясь придумать, что ей сказать, но вместо этого выпил уже четверть бутылки Файв. Скучаю, Дэйв. Хуйня полная, Дэйв. Шел в жопу. Подожди, Дэйв, может твоя записка, блядь, кому-нибудь дорога? Я бы, конечно, вытер ей жопу, но боюсь, она на финал повлияет. Ой, Дэйв, знаешь что, пошел нахуй своей запиской, она не вешается обратно. Мудак, блядь. Отстойные рации. Блядь. Да ёбаны. Не ловит тут что-то нихуя, походу. Как-то добежать-то, блядь. Может, мне и выходить-то не надо было? Конечно, ты рада. Why do you say that? Because I do. I'm not crazy. I mean, we've had such a good time, right?
Блять, а вдруг она страшная, нахуй, чувак? В конце лета! Чувиха, я руку натер уже. Туда-сюда, туда-сюда, блядь. Каждый день, сука, три раза, блядь. А сколько тебе лет, дорогая? Ну, в принципе, голос ее мне нравится, хуй. Да, мы могли бы, блядь. Давай я прямо сейчас подъеду, хули там. О, ну, походу, начинается интересно, давай-ка. Блядь, день 76-й, рот твой-то шатал, да ёб твою мать. Все, конец лета. Блять, какая в жопу рыбалка, нахуй она нужна? А если я его встречу, мне что, ему, блядь, удочкой поеблу надавать, что ли? Problem bear, fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. А две пропавшие тёлки как же? Leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah, yeah, yeah. Так, ну чё? Давай забрасывай. Блять, какой ты дебил! Нахуй, пошли медведя искать. Надеюсь, он даст тебе пизды, блядь, придурок. Просто скот тупорылый. Господи, какой еблан, я не могу, блядь. Может, бросить и забросить это, блядь, разные, наверное, какие-нибудь понятия. А что это такое? Малафья какая-то. Может, медвежья? Что это за звуки? Утка крякает, что ли? Надо было сюда с ружьем прийти, а не с удочкой. Ну да, ружье в воду выбросить, блядь. Было бы охуенно. Ну где медвежье говно, может быть? У меня плохие новости из дома, надеюсь, они меня отпустят сюда ненадолго, хотя неизвестно с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Аппити, шериф не очень мной доволен. Но не знаю, наверное, я перестарался, жаль, что тебя там не было, наверное, тебя задержали дела, Дэйв, хуйня какая-то. No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about. Это, наверное, они, наверное, рейнджеры Горбатой горы, блядь. Ой, полароидный снимок топлес, это очень круто. Это, блядь, облегчает общение. Жалко, что чёртова магия. Жалко, что на канале так мало девочек. Люблю полароидные, в любые снимки топлес люблю. Хули ты там квакаешь? Бля, где медвежьи следы могут быть, я понять не могу. Не, ну если девочки на канале все-таки есть, то почту можно найти там, где написано это. О канале, короче, там для деловых предложений или какая-то такая хуйня. Ну как, блядь, ты крепи, ты говно. А, у меня с собой нет. Сначала нужно найти медвежьи следы. Так нет тут медвежьих следов, ёб твою мать. Чё там медведи делают? Деревья царапают, срут, блядь. Как их найду-то, блядь? Не знаю, может медведь, блядь, записку оставил?
Что это написано? Джулия, Джулия, Джулия. What the... Dee, I found a clipboard down here, and I, there's something strange going on. План поджога леса. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on, something's out here. А, все, медведи искать не надо, надо шум искать, да, теперь. Блять, на нахуй поеблу. Дважды нахуй, это что за пиздец? Два пропущенных. Ебать, я чуть не обосрался, что так резко-то? Да у вас тут не медведь, блять, у вас тут кунг-фу панда нахуй. Интересно, я один помню того чувака с фонарем у пещеры в начале игры. Вот явно он там, блядь, не просто так шароебился. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Нахуй идти за тем, кто тебе только что по башке давал. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, D? I don't know, Henry. This sounds crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. Those words were from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from three? Хорошо, хоть вы виртом по рации не занимались, чувак. Вот это было бы стрёмно. Someone is out here with a walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. Что такое? We should just get the hell out of here. It's a two-day hike. You're welcome to do it, but you're gonna catch hell from the service and have to explain yourself. Plus, there's a fire burning across Rose Creek. You hiked through there on the way in. Call someone and tell them to come get me. I'm not going to book a $15,000 helicopter ride for you. I'm not doing it. Okay, we can't freak out. There's got to be a reasonable explanation for all of this. You're right. You're right. I'll head to Wapiti Meadow, but I swear, if this gets worse... You better get on the horn and get us out of here. All right, I'm here. Looks like goddamn aliens. Пока мы пиздели, я пришел. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Пидоры, выходите, блядь. Пиздиться будем, честно. Давай, Брюс Ли, Брюс Ли, давай, давай, покажи им. Да-да-да-да-да-да, блядь. Вот так, нахуй. 73 дня в вышке дрочил, блядь. Ем в твою мать. Хули сложного перебраться через рабицу, я не понимаю. Чё, блядь, а? Чё сложного-то? Look, I'm not gonna be able to get into this place. Shit. Мешок дерьма, блядь. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago. Я заметил, что это устоявшаяся такая тенденция, что большинство квестов в игре связаны с тем, что герой просто тупой, блядь, либо он настолько ничтожество, что не может выполнить какие-то, на первый взгляд, элементарные вещи. Вот, например, как здесь, просто перелезть через ссаную сетку рабицы.
Ну, поскольку пиздовать надо крайне далеко, как я вижу по карте, я пойду туда уже в следующей серии, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все такое.